Безпекові дискусії – це експертний майданчик, що докладно та детально демонструє владі проблемні питання оборонно-промислового комплексу, висвітлює роль і місце Ліги оборонних підприємств України у нагальних питаннях забезпечення силових структур сучасною технікою та озброєнням, боєприпасами та набоями, новітнім військовим спорядженням, засобами розвідки та зв'язку. Безпекові дискусії – це інформування можновладців та суспільства про можливості оборонних підприємств приватного сектору економіки. Безпека держави – особиста справа кожного. Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить за то, что я могу выступить в этих стенах, где я и все члены моей семьи провели десятки лет, будучи студентами. И моя кафедра здесь была 100 метров отсюда, когда я тут учился. Я очень рад, что я тут не был. Я, в принципе, 40 лет здесь не был. И потому я с большим удовольствием сейчас вас приземлю к ситуации, потому что тема не совсем та, которая озвучена. Значит, я вам расскажу о вопросах именно стандартизации вообще, в том числе Минобороны, в первую очередь Минобороны, и все, что с этим делом связано. Я вам сейчас поделюсь своим опытом, так как я являюсь реальным представителем промышленности Украины. Вот, просто общественная работа, как зам главы экономической рады, она была избрана анкетированием Министерством экономики по Украине. Вот, а по большому счету я представляю интересы промышленности и являюсь президентом крупной отраслевой промышленной ассоциации. Потому реальный сектор экономики, в который вступила и Лига. Благодарю я за то, что она мне дает возможность открыть глаза на некоторые вещи, которые многие сидящие в этом зале не знают и не знают, что их ожидает. Ну, во-первых, что я хочу сказать. Значит, у нас уже опыт около 3 лет. Лига начинает только сейчас. У нас опыт 3 лет. И мы очень плотно, в первую очередь, работаем с Минэкономики. И начали все с законов. Что, и я хочу рассказать вам не о системе стандартизации, это один из вопросов. Я хочу вам рассказать те условия, при которых вы, не государственные организации, сброения, можете реализовывать свою продукцию и в том числе ее экспортировать. Я хочу вам рассказать обо всем техническом регулировании, которое нужно сделать в Министерстве обороны на базе того, что мы имеем опыт уже внедрение этого всего в невоенных отраслях. В первую очередь, для того, чтобы вам получить тот продукт, который у вас будет конкурировать на всем земном шаре, у вас 3 вопроса. Многие, может, это знают, я буду повторять и так далее. Это истина. Первое. У вас должны быть законы. То есть это стандарты. Говорят, стандарты НАТО. Чтобы все понимали, стандарты НАТО это на 90% это гражданские стандарты, не военные. Стандарты военные, вот если взять стандарты Министерства обороны, это тактические стандарты, там, стратегические. Вторая часть – это административные стандарты. И основное – это материально-технические стандарты. Вот об этом я сейчас буду говорить. Потому что то чисто военная стратегия, она меня не интересует. И вас, как Лигу, наверное, тоже. Материально-технические стандарты в основном на 99% базируются в НАТО на гражданских стандартах. Гражданские стандарты – у нас в Украине начали меняться, когда мы начали переходить на евростандарты. Мы, это ОСПП, ТПП, ФРУ и
там другі асоціації, міністерства, тобто строїтельні організації, промстройматеріали і так далі. Ми об'єднались, це було 3-4 роки назад, для того, щоб участвовать в законотворчестве, в правилах, по которым мы будем потом жить. Первый закон о стандартизации, потом вышел оценка соответствия метрологии, а потом рыночный надзор. В каждом законе мы участвовали. И обратите внимание, в Украине с нашим участием, когда вышел закон о стандартизации, впервые появилась негосударственная общественная организация, в структуре вертикали власти Министерства экономики, так называемая Керівна Рада Национального органа стандартизации, которая планирует, принимает отчеты, рекомендует руководителя и тому подобное национального органа стандартизации, государственной организации, которая в системе Минэкономики. Это был фурор, мы это сделали. И сегодня, к чему я веду? Если Лига или организации, которые не будут в Лиге, но все равно будут участвовать в оборонном заказе, не будут участвовать в законотворчестве, с этого все начинается, потом все будет решаться без них. Вот допустим, секрет ваш выдаю. Значит, в Министерстве экономики лежит закон Украины про внесення змін деяких законів України щодо військових стандартів. Скажіть, будь ласка, там є представники, участвують ли представники там Ліги? Ні. Участвують ли представники Міноборони? Не знаю. Вот. Но, я вам оставлю, почитайте. Если кто-то почитает, здесь Министерство экономики отрекается от проблем Министерства обороны. Может, это и правильно. Но Министерство обороны об этом не знает, оно не готово взять это в свои руки. И потому вы вместе с Министерством обороны останетесь в Украине сиротами. Я это вот могу почитать, но думаю, что нет времени на это дать сейчас. Я это оставлю. Обязательное участие в первичном законодательном правила игры на рынке. Вторая ситуация. Вот. Значит, это оценка соответствия. И надзор, контроль. Значит, приступаем к первому. Стандартизация. Кстати, я хочу сказать одну вещь, что впервые в странах бывшего Советского Союза оборонные заказы как-то оказались на втором месте. Всегда в Советском Союзе все лучшие специалисты. Лучшее комплектующее, лучшее, все лучшее сначала было Минобороны, а потом Ширпотреб. У нас сегодня полностью все поменялось. У нас сегодня гражданские темы выскочили, опередили на несколько лет вперед все, что связано с Министерством обороны. Начинаем со стандартов. Значит, ко мне, как президенту одной из ассоциаций промышленных, приходят заявки с заводом Министерства обороны. Хотя у нас было несколько совещаний в оборонпроме, но я понял так, что кроме продажи они ничего больше не понимают и ничего больше не хотят делать. Потому к нам обращаются за комплектацией на технику, которая воюет, с указанием ГОСТа устаревших 40-летних, который уже, наверное, снят, потому что ГОСТы мы до 80-го года с Министерства экономики ликвидировали. Вот. Старинные ГОСТы, вот, которые кальки и все эти держатели принадлежат стране, этому самому, нашему верхнему соседу, то есть с кем мы воюем. И они заказывают их комплектующие, когда в это время наша промышленность может это все сделать. Но для этого надо поменять правила игры, надо поменять стандарты. Мы вместе с Минэкономики, Рада ТК, проинициировали в том году создание ТК-176 Министерства обороны. Вот выступал секретарь недавно, вот Кулеба, Кумеда, то есть, извините. Вот. Первое мы сделали, есть где решать вопросы. Но сегодня там заинтересованных сторон со стороны Лиги, промышленности нет.
Да, там есть один представитель КПИ, но он там спит, насколько я знаю. Значит, надо разобраться с этим отношением, что он там делает. Значит, мы, общественность, Рада ТК создала 176-й ТК, в нем некому работать. Вы хотите от чиновников получить перспективу вашей реализации, вашей военной продукции? Да никогда этого не будет, пока вы сами не будете там заниматься и двигать это вперед. Потому, что касается стандартизации, сегодня основная роль по закону ТК, почитайте закон о стандартизации, это первичная ячейка общества, семья. ТК – это первичное звено в системе стандартизации Украины. Значит, там должны присутствовать все. И там идет разработка стратегии по стандартизации. Вот. Дальше. Некоторые скажут, нет денег, нет державного замовления, нет еще что-то. Пардон. Мы сами инвестируем, промышленные ассоциации, лига и тому подобное, когда она будет видеть перспективу этого стандарта и его использования, мы сегодня в нашей отрасли, мы вкладываем свои деньги, да, мы получим это через 5 лет, но мы инвестируем, сегодня заводы инвестируют. Так же само, пожалуйста, вас Кумеда пригласил, мы сразу зайдем, вот после этого совещания сразу к нему приду, и мы сразу зайдем к нему туда, в ТК. Вот. Но стандарты без вас, для вас, никто делать не будет. Следующий вопрос. Обратите внимание, значит, у нас все говорят, материально-технические стандарты, туда-сюда. Подождите, на Западе вопрос другой. На первом месте у них стандарты по безопасности. У нас вообще не знают, что нужно сначала подумать о безопасности эксплуатирующего персонала, а потом поедет дальше этот казак или не поедет. Вот я не знаю, в принципе, конструкцию казака, но я уверен, вот, что там используются материалы, используется радиоаппаратура, которая сегодня запрещена по техническим регламентам в стране. Вот, допустим, как пример, не буду называть, в какой технике, а может даже и забыл, есть изделие поливинилхлорида. Вот, то есть кабельная продукция из ПВХ и другие материалы. Специально для этого нашей встречи мы сделали запрос в Институт химии. И что получили? Слушайте внимательно, что мы получили. Это вчера мы получили. Ну, ассоциации туда-сюда, Пушкарю, Шанон Тур Петрович, надсилаем відповіді на питання, поставлені в вашому листі від 21 вересня. Кстати, это же ошибка у нашого верхнього сусіда і, наверное, тих же стран НАТО. Значить, горіння і тління поліаминохлорідного пластикату розводить до утворення хлору і значно більш шкідливих речовин фосгену, то есть это оружие химическое, диоксинів. Також при горінні і нагріванні поліаминохлоріду утворюється хлорводень, який призводимий з водою, утворює соляну кислоту. Я далі не читаю. О чому річ? Если в вашем, извините, не может по казаке что-то мы нормально, если в каком-то танке, как сегодня мы знаем, бронетехнике, если солдаты не умерли от хлора газом, значит, если вдруг там есть пожаротушение, умрут от соляной кислоты. Потому этих стандартов, и таких стандартов много. Краской, ПФ или чем там красят, которая убивает людей и тому подобное. Понятие стандарта по безопасности в Министерстве обороны не существует. Это мы, может, где-то что-то в углу завалялось, но мы видим, что нет. Вот. Потому что пользуются устаревшими ГОСТами с какими-то стандартами нашего агрессора и страны. Значит, первый вопрос. Стандартизация. Значит, присутствие. Заинтересованы в бизнесе, присутствуйте при разработке стандартов и планировании стандартов. Второй, оценка соответствия. Оценка соответствия, метрология, мы все понимаем, что это такое. Но я вам сейчас рассказываю из того, что мы 3 года побили горшки. Вот, 3 года, и мы вышли, в принципе, наша ассоциация, первая в стране, вышла на евростандарты. Вот.
не только евростандарты. Значит, вместе с Министерством экономики мы дожали американцев, мы дожали ДИН. Заключен договор с ДИНом о передаче стандартов ДИН. Заключен договор с американцами о передаче стандартов американских. Сейчас ведутся переговоры NCTI. Да, это Национальный институт стандартизации Америки. Там это как раз электротехника, машиностроение, о передаче и тому подобное. То есть ведется с Минэкономики работа. Они нас здесь поддерживают. Я к чему говорю? Если нам говорят стандарты НАТО, 90%, 99% это гражданские стандарты, а у нас доступа к ним нет. И вот благодаря тому, что мы Рада ТК активно ведет работу с Минэкономики и с национальной стандартизацией, сегодня мы получили первые два этих договора. Мы получаем доступ к американским стандартам, базовые, которые есть, именно стандарты НАТО, чтобы вы понимали. Вот так вот далеко получилось. Оценка соответствия. Значит, а вот на основании вот этого закона, вы подумайте тогда, значит, мы все хорошо знаем НАУ. Вот, да, мы все хорошо знаем Горицкого, кстати, полковника, профессионал. Вот, значит, но если в Украине стандарты НАТО затверждаются законами, актами Кабинета министров, министром обороны Украины, то есть Министерства экономики уже нет. Вот, нужно ли выступить Лиге инициатором о том, чтобы создать, не пользоваться НАУ, а создать свое для именно оборонной промышленности. Потому что вы всех не посадите на допуска, вы всем не раскроете секреты. И так что и пошло, и поехало. Потому в Штатах, допустим, там есть своя организация. Она как-то называется, сейчас я вам скажу, ДАПТА, да? ДАПТА вроде. Или ДАРПА. О, ДАРПА, точно. Называется ДАРПА, да, извините. Вот. Здесь такого нет. Мы это и надо создавать. Но оценка соответствия, которая сегодня существует в НАУ, она совсем не подходит тому, что должна быть именно в оборонной сфере. Вот. Это одно. Значит, смотрите еще, я вам хочу передать опыт. Когда нас плохо слышали, мы как, ну, недержавно тоже, все недержавные. Вот, и мы, нас плохо слышали, мы создали Раду ТК. Может, кто-то знает об этом. 36 активных ТК в Украине из 160, ну и 80 это было мертвых. Вот, мы собрались. Генерал Кропивницкий, вы, наверное, его знаете, да. Вот, ну, меня там избрали замом, такое дело. Значит, мы создали Раду ТК. И сегодня мы получаем, рекомендуем, пишем и так далее. То есть сегодня нас слышат. Полтора года над нами смеялись. А, Лига, что такое? А, тут у Рады ТК какие-то собрались. Сегодня мы решаем вопросы державные. Вот, потому мы приглашаем вас там тоже с нами работать. Значит, но, смотрите, оценка соответствия, стандарты – это просто. Голова, ручка, знания, компьютер, энергия – все. Оценка соответствия – это что? Это, в первую очередь, деньги. Крупнейшие деньги. Когда мы столкнулись с оценкой соответствия по евростандартам, значит, только мониторинг двух государственных лабораторий нам положил на стол около 30 с лишним миллионов евро закупки оборудования, испытательного оборудования. Да, по крайней мере, все-таки благодаря нашей работе, значит, в Украине появился центр в Укрметтестстандарте по испытанию изделий на электромагнитную совместимость. 2 миллиона евро. Да, это вот, в принципе, мы толкнули гранты, и они сюда пришли и тому подобное. Сумасшедшие деньги. Но
в связи з тим, що ми, як це кажуть, сміливі козаки, знаєте, взяли євростандарти. Да ніхто в мірі не працює по євростандартам. Ніхто. Єдинственна Україна, от гопак і вперед, євростандарти. Бред какой-то, но ми на це пішли. Сегодня в каждой стране ДИН, национальный стандарт БС, национальный стандарт, и пошло-поехало. И они друг друга признают. А евростандарт – это выборка из самых жестких требований национальных стандартов. И мы вдруг – евростандарты. Все, тогда я буду это самое, примеры в сторону. Вот, значит… Выход. Я хочу поддержать полковника, который здесь сидел. Значит, выход из ситуации финансовой. Это было с нами. Потому только рассчитывать на предприятие не нужно. Есть гранты, сумасшедшие деньги. Мы все представляем и знаем, какие миллиарды, сотни миллиардов денег. Значит, ну, сотни, не, приврал. Миллиарды денег, значит, в свободном полете готовы, чтобы их взяли. Мы не умеем их взять. Значит, частично мы брали Минэкономика, и мы напрямую и тому подобное. Обязательно залучайте гранты. Вторая тема. Бюджет можно не рассчитывать. И третья тема, что мы сделали, мы вкладываем собственные деньги, берем валютные кредиты и покупаем испытательное оборудование на свои заводы. Вот. Другого выхода нет, потому что ну, нам никто денег не даст, а евростандарты уже работают. Понимаете как? Вот, допустим, смотрите, с 1 числа вводится РОХС. Все знают, что это такое, свинец, 30-е, вредные вещества. Все, скажите, у нас есть одна лаборатория в стране. Кто-то об этом знал, что завтра ничего, с 1 июня ничего нельзя применять по стандарту РОХС вводится с 1 числа. Да никто не знал об этом. Вот. Итого последнее, я пропускаю все эти самые, значит, контроль. Вот правила игры, кто играет, и контроль за теми, кто играет. Чего-то из трех не будет, система развалится. Если не будет контроля в системе Министерства обороны, значит, никто ничего не сделает. Будет сегодня хаос. Нету, мы знаем, рыба идет с головы. Да, там полный хаос в Министерстве обороны, что касается технического регулирования. Вот. А ну, Министерство экономики со своим техническим регулированием, он не вытянет этого монстра. Они сами не делают ничего. Значит, берите власть в свои руки. Вот. Мы вам будем помогать или смеем вместе с вами участвовать. Но контроль, который сегодня существует, он совершенно не соответствует тому, который контроль должен быть в стране, которая стремится к НАТО. Значит, закон о рынковом нагляде, мы тоже в нем участвовали. Сегодня мы подготовили вместе опять все же там УСПП, ТПП и другие и тому подобное. Мы подготовили изменения к закону о рынковом нагляде. Он лежит у Власюка уже в комитете. Уже со всеми согласовали, даже с ЕБА, это как это, Евробизнес-ассоциацией и тому подобное. Здесь будет та же самая у вас ситуация. Контроль, который сегодня старорежимный записан по военпредам, он ничего не даст. Это будет контроль материалов вашей закупки, их цен, это будет контроль, норма контроля, это будет контроль финансовый в основном будет и тому подобное. Наши заводы, в советское время на каждом заводе сидел военпред. Мы сегодня выпускаем продукцию на рынок бесконтрольно. И она в том числе, может быть, идет на Министерство обороны. Никто даже не интересуется. Но аппаратуры входного контроля, куда она идет, ни у кого нет. Ни у кого. И так это замкнутый круг. То есть получается, у тех людей, которые комплектуют какое-то изделие, у них нет на контроле с ОТК, нет рядом военного представителя. Потому здесь вообще система эта сгнила. Я не готов сейчас вам давать рекомендации, хотя они есть. Но здесь тоже тот вопрос, который вам нужно брать в свои руки и решать вопрос законодательно. Менять положение этих военпредов. Вообще менять положение о контроле и тому подобное. Ладно, я понял. Вот, значит, кстати, могу вам сказать
по этот самый по гражданскому рынку. За 3 года вопрос стандартизации решен 99%. Это просто успех, вы даже не представляете. Принята половина методом обложки. Ну, у нас все знают английский язык на предприятиях. Значит, нет проблем. Много переведено. Вопрос оценки соответствия решен процентов на 30-40. Но он решается. И вопрос о надзоре провален, в первую очередь, мораторием. Потому что спутали державный мораторий с рыночным мораторием. Этот отсутствие рыночного надзора в стране привел к фальсификации, подделкам и падению экономики, реальной экономики в нашей стране. Вот такая ситуация в народном хозяйстве. Чтобы не споткнулись на это и в Министерстве обороны. Вот мои такие практические советы. Спасибо.